На связи Остап Бондаренко, и в этом видео мы с вами продолжим рассматривать платформу LeoPies. В прошлом видео мы с вами рассмотрели бесплатный функционал платформы, также профиль социальной сети и инструменты, какие есть вкладки и меню. В этом видео мы с вами рассмотрим сетевую структуру компании, а также рассмотрим платные аккаунты и как можно зарабатывать. Прошли, вот примерно сейчас заканчиваются только сутки, как я на платформе с этого аккаунта. И у меня уже есть отличные результаты по заработку, и я здесь на платном тарифе. Итак, чтобы перейти в мой бизнес-кабинет, где мы увидим все изначальные данные, нажимаем на бизнес-кабинет и переходим на страничку бизнес-кабинета. Видим, что у меня количество партнеров 18, как было в конце прошлого видео, которое я записывал сегодня, чуть ранее. Также у меня реферальные ссылки, вот пришло 77 человек, это буквально 2-3 человека, только вот сейчас, когда я включал запись экрана, было 73, сейчас пришло еще 4 человека. Теперь смотрим, у меня появились 300 рублей, то есть я записываю видео, но я проплатил аккаунт, и вчера, после того, как я зарегистрировался на платформе, провел вебинар общий, где рассказал, что вот такая замечательная платформа есть. Рассказал, что я здесь зарегистрировался, показал на вебинаре возможности некоторые и рассказал, что я оплатил тариф за 500 рублей, чтобы полностью изучить всю платформу. Но можно совершенно ничего не платить или можно взять тариф за 50 рублей. А так коротко пробежался. И все. Несколько человек зарегистрировалось и, соответственно, я смотрю, что сегодня вечером, видно, люди сами поразбирались и изъявили желание сами заплатить и тоже взяли два аккаунта по 500 рублей. Что тоже очень приятно, и понимаю, что люди тоже понимают, что они будут зарабатывать. И причем еще у меня, как я говорил, что можно на вебинаре оплатить за 50 рублей, было это единоразовый платеж, один тариф средний, даже если вы никого не пригласили, то партнеры выше, которые, может быть, сильнее вас, которые опытнее, они приводят людей, и часть людей, если у вас нет в структуре кого-то, автоматически приходит от них к вам, и вы с этого тоже зарабатываете. И буквально у меня и это сегодня вам получится показать. То есть прошли только, можно сказать, сутки сейчас заканчиваются, а у меня уже есть и свои два партнера, которые оплатили, и 200 рублей со своих партнеров уже получил реферальных, и 100 рублей еще получил с реферального партнера, вообще вышестоящего, который мне привел одного партнера в мою сетку. Сегодня я все это покажу. Итак, давайте по порядку. Бесплатные тарифы мы разобрали, теперь платные функции. Есть два тарифа. То есть один бесплатный тариф, да, и два платных, старт и VIP. Давайте рассмотрим тариф старт. Что из себя представляет тариф старт? Во-первых, здесь можно посмотреть подробное видео и почитать. Значит, тариф старт платится 50 рублей, это единоразово. То есть вы один раз заплатили и все. На платформе, соответственно, вам открывается так называемая бинарная структура, которая уже помогает вам собирать людей не как на тарифе free, только в одну линейку, кого пригласили, от того получаете 5% всего лишь. Здесь, если ваш приглашенный пригласил кого-то еще, и тот кого-то еще, и тот кого-то еще, вы получаете со всех по 5%. То есть и потом, если первый пригласил, второй, третий и четвертый, вот когда становится четвертый, вы еще и с него получаете с каждого четвертого на последней линии еще 25% дополнительно бонусных. Также, когда насобираете определенное количество людей, вам там еще идут бонусы за то, что вы насобирали. И также идет на рекламный пакет отчисления вам. То есть можно здесь давать рекламу. И, соответственно, реклама, если она платится не в деньгах, а вот в криптовалюте вот этой сервиса, то, соответственно, вы можете отсюда платить им и давать рекламу. То есть баннерную и разные виды рекламы прямо по всем пользователям сети. Это тоже очень выгодно, это тоже получается входит сюда. То есть за 50 рублей вы получаете много возможностей. Давайте сейчас сразу коснусь одной из такой возможности и покажу вам, что у меня сейчас получилось. Вот, старт супербинар, нажимаю, после оплаты открывается у вас вот такая матрица, вот вы становитесь и сразу становится автоматически ваш клон. То есть система автоматически создает клона, который будет для вас тоже зарабатывать. Здесь очень сильный момент. Я сам не сетевик, я занимаюсь инфобизнесом и партнерским маркетингом, но когда я посмотрел видео, я примерно суть понял и своими словами ее рассказываю. Так вот, я сюда никого совершенно не приводил, и вот смотрите, пришел человек, мы сейчас посмотрим, у меня нет приглашенных такого ника, то есть это от вышестоящего партнера он пришел, у него также создался под меня, под себя вернее, создался еще клон. Вот у меня клон один, только видите, мой все, это клон не мой, это пришел человек, но он мне опять-таки уже тоже заработал денежку и будет зарабатывать дальше. То есть о чем я хочу тут сказать. Если даже, предположим, вы заплатили 50 рублей, но
не привлекли ни одного человека, то все равно партнеры вышестоящие вас, то есть это я постоянно привлекаю людей, в неделе сутки у меня уже 18 человек, я еще не рекламировал ничего, я записываю видео, я начну рекламировать, у меня будет 100, и 200, и 500, и 1000 человек постепенно набежит. Так вот, люди будут уходить, распределяться по моей структуре полностью заполнять, а также уходить к моим партнерам нижестоящим, заполнять их и давать им зарабатывать. Здесь, если вы просто купили тариф и даже никого не пригласили, у вас возврат идет все равно 75 рублей. То есть вы получите 50 рублей обратно и плюс сверху 25 рублей, если не приглашаете, не выстраиваете структуру. То есть вы ничего не теряете, но у вас эта возможность остается на все время. Структура остается навсегда. Она покупается один раз навсегда. Поэтому такой плюс. И вот здесь я уже заработал, вообще ничего не делая. Скажу сразу, что я вчера рассматривал тарифы, я купил тариф за 500 рублей сперва, а потом попереписывался с службой поддержки, и они мне сказали, что каждый тариф оплачивается отдельно, то есть 500 рублей отдельно, 50 рублей отдельно, и насчитывается отдельно. То есть, когда покупается тариф за 500 рублей, открывается и тариф Binar Star. Но если вы перестали проплачивать, соответственно, 500 рублей, то большая вероятность, что Binar Star у вас, ну, как бы закроется, да, получается так. То есть, это отдельная, как бы, система, она бонусом открывается, насколько я понял правильно. Поэтому я взял и купил еще и тариф за 50 рублей, после того, как за 500 рублей купил. И смотрите, у моих партнеров, которые покупали просто за 500 рублей, за 50 не брали, у них не становились в систему люди. А когда я купил, я сегодня переписывался с двумя и спросил, у вас есть такое? Нет, у нас такого нет. А видите, я купил еще 500 и за 50 рублей получается, то есть открыл его как бы не бонусом от 500 вот этого тарифа, а просто отдельно, еще дополнительно. И сразу у меня он стал заполняться от партнера. Вот такая вот фишечка есть. Это очень интересно. Это просто доказывает, что даже если вы по моей рекомендации возьмете за 50 рублей, то даже если никого не привлечете, у вас будут становиться люди. Но вы все равно привлечете, потому что вы проходите этот продукт, этот курс, который я создавал. Соответственно, вы сами подписались, также потом будете рекламировать страничку, кто вступил в клуб уже на предыдущих уроках и, соответственно, ее уже получил. Совершенно бесплатно вы ее можете скачать. Так она стоит 1500 рублей, а с клуба совершенно бесплатно. Так вот, кто это сделал, вы также будете настраивать на подписную. Подписывать с первых занятий, как и вы, люди начнут получать прибыль, получать результаты, понятные разъяснения пошаговые, да, как вы это получаете. Все показывается в реальном времени, и прибыль, и все остальное, что получается, и ошибки все, которые происходят. И, соответственно, тоже так же у тех, у кого есть возможность, или тех, кто понимает, что в интернете нужны вложения, тем более такие небольшие, которые делают моментальные возвраты, то, конечно же, будут вкладывать и будут покупать себе тарифы и выстраиваться под вас в линейку. А, вот сюда. Тем более по 50 рублей. Это вообще копейки, такие две булки хлеба. Там или бутылка какой-то воды. Кола стоит и то дороже, или какая-то другая вода. Там бутылка пива для кого-то может быть, да, кто пьет пиво. И так далее. То есть об этом даже говорить не стоит. Просто вам сразу говорю, что стоит зайти сюда, и 50 рублей, конечно, вложить. У вас откроется возможность зарабатывать еще не только в коин, но и в рублях хотя бы. И, конечно, дальше рекомендовать буду еще и 500 рублей. Покажу, в чем там разница еще, что там открывается. Итак, вот открылось такое, мне есть уже что показать. Мой партнер заполнил систему. Давайте сейчас перейдем. Так, моя команда, вплотную работаю с системой. И вот, два реферала, видите, пришло. Не три, а два. Вот смотрите. Вот один купил VIP, и у него старт открылся, и второй купил VIP, и у него старт открылся. То есть, соответственно, видите, вот Мари 48 и Георгиевич 774. А если мы сейчас с вами вернемся там, где вы были, то вы увидите, что у меня совершенно другой ник этого человека, который у меня на бинаре стоит. Вот видите, Игорь, Яхар, Захар или Яхар, я даже не знаю, как это, но видите, это не мой. Эфирал не мой привлеченный старт. То есть, это я вам показал. Думаю, понятно. Поэтому рекомендую открыть и как бы начинать собирать матрицу вот эту. Здесь заполняемость ее, когда она вся у вас заполнится, у вас доход, если не ошибаюсь, 350 рублей идет. После этого создается в самом слабом звене, где недозаполненная стоит, ваш профиль туда становится и продолжает там набирать. И так до бесконечности. То есть с каждого вот этого полного заполнения ваш доход 350 рублей при вложении 50 рублей. Это уже очень круто. Теперь. Дальше, если вы хотите зарабатывать в 4 раза больше, получить прибыль, вы можете открыть следующий. Если вам все нравится, все получается, вы довольны, хотите получать прибыль в 4 раза больше, вы можете, тем более вы деньги уже заработали, да, вы можете открывать следующий пакет. И пошло у вас дальше заполняться. То есть у вас здесь не то, что 350 рублей заполнилось и остановилось, оно заполняется до бесконечности. Здесь заполнилось,
пошло, наиболее слабое место заполнился, там матрица выстраивается. Потом дальше дамп, и это идет бесконечно, потихонечку. Но просто полное заполнение приносит вам такую. Хотите в 4 раза быстрее, покупайте следующий тариф и заполняете его. Когда заполнили и идет прибыль хорошая, можно и так дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше уходить в плюс и зарабатывать больше и больше. Это такая перспектива. Но начинается все с 50 рублей. Открывается заработок в рублях. Именно в рублях. Хотя и валюту можно будет выводить в рублях. Тем более, как говорят, с 9 сентября, после 9 сентября, майниться начнет в 10 раз быстрее. Валюта уже выйдет на биржу и так далее. Ну, проверим. Теперь, давайте расскажу про тариф VIP. Кликаем на тариф VIP, который я сразу приобрел, потому что всегда изучаю по максимуму сервис, на который захожу, стараюсь все максимальные тарифы взять, посмотреть все функции и передать вам, попробовал все сам на себе, да, только полезное. Так вот, здесь можно посмотреть, что такое тариф VIP, и здесь у нас что идет? Одноуровневая партнерская программа, то есть с каждого человека, который приходит, вам сразу идет 100 рублей, с каждого аккаунта и с каждого клона. С вашего аккаунта, то есть с вашего, который вы пригласили. И кто-то из ваших личных приглашенных, у него создался клон, и с него тоже идет по 100 рублей. Плюс 10-уровневая программа 5% с дохода каждого. Если у вас в прошлом там 4 уровня идет, да, то здесь выстраивается уже 10-уровневая. Ну там 4 заполняется, потом следующие 4 и пошло. То есть здесь 10 уровней, потом следующие 10 и пошло вот таким образом. Я так это понимаю. Потом многоуровневая партнерская программа. Доход с каждого человека на 18 уровнях. Честно, я не совсем осмысливаю это, но это очень серьезно, потому что 18 уровней, сама по себе цифра звучит, да, довольно-таки неплохо. И я уже вижу, что доход приходит. Я занимаюсь записью уроков, у меня 300 рублей упало, я еще ничего не рекламировал, только в вебинаре рассказал и не объяснял людям, что платное, что не платное, они сами поразбирались и решили взять тарифы. А теперь неограниченное количество клонов. Понимаете, то есть вы можете зарабатывать неограниченно. Вот каждого клона зарабатываете 100 рублей и можете их сделать неограниченное количество, просто работая, приглашая партнеров потихоньку. А в этом будет помогать данная воронка, данная бесплатная страница подписки, пройти, узнать 7 шагов, чтобы зарабатывать стабильно и в интернете, и постоянно. Итак, дальше командный бонус, 5-ступенчатый, за построение лидерскую команду работу. Ну, тут в таблице указаны все бонусы. То есть здесь есть лидер бонус, командный, президент бонус, там очень большие идут у вас поправки, у вас там вплоть до того, что уже довольно весомые суммы денег идут, и валюта добавляется, и также там есть еще и призы, телефоны, смартфоны, компьютер, там ноутбуки. В общем, почитайте, здесь промо написано, сейчас на этом останавливаться не буду. Но, в общем, тариф 500 рублей открывает вам вообще невероятные возможности. Но он, смотрите, он раз в месяц его нужно оплачивать. Если первый тариф, который вы заплатили, старт, предположим, 50 рублей, и все, и забыли, он у вас на постоянно. То есть, ну, это вариант, который вообще нужно сделать. Я вообще рекомендую оплатить и тот тариф, и тот тариф. Так сделал это я. Сперва, предположим, зайти оплатить тариф старт, а потом оплатить тариф VIP. Так будет правильно. Так вот, соответственно, командный бонус и все эти вещи, они начисляются. Потом, что у вас еще открывается на тарифе за 500 рублей? Сервис автоматизации в Instagram. Один аккаунт на период активности. То есть вы можете один аккаунт взять, ну не свой, конечно, а завести отдельный, чтобы не забанили. И с него автоматически делать в Инстаграме или в Фейсбуке посты, какие-то размещать там вещи, статьи и так далее. И вот, еще сервис автохостинга. Здесь есть количество постов в аккаунт в сутки. То есть 4 аккаунта с каждой по 100 постов в сутки можно рассылать. То есть 400 постов в сутки можно рассылать с помощью этой автоматизации сервиса. Здесь есть обучающие уроки на сервисе. Есть автореспондер, то есть свой авторассылщик, как SpoonPay, как MailerLite, как JustClick. Такой же автореспондер тоже. Вы за 500 рублей получаете его в пользование. И там есть уроки. Я посмотрел, в принципе, довольно серьезная штука. В принципе, неплохой. А теперь хостинг получаете свой. Сайт на нем и конструкторы. Конструктор подписных landing page, то есть можете делать, например, LP-мотор, там есть, да, или у нас еще платформа LP, там стоит что-то 600 рублей минимально или 800 тариф на месяц, то здесь вы за 500 получаете все то, что я говорил выше, еще это. Потом конструктор подписных форм, то есть страницы подписки можете делать с разными формами, которые привязаны опять-таки на вот этот email автореспондер автоматически. Можете своим пользоваться, каким-то каким пользуетесь, а можете вот этим email многостраничные сайты делать. Ну и email письма, там конструкторы писать и все остальное, там шаблонов много и всего остального. И это всего лишь 500 рублей в месяц. То есть фактически все вот эти сервисы, плюс сервисы автоматизации, такого вообще не встречал нигде, все за 500 рублей в месяц, плюс вам начисляется бинарная система, плюс
я вам показал, что мне уже упало сразу 200 рублей с каждого приглашенного, потом от склона упало и, скорее всего, даже упало с того человека, который не пригласил. Я еще, честно говоря, сейчас буду разбираться, как здесь приходят деньги, но по сути мне должно было упасть 200 рублей за двух приглашенных сразу. А потом в процессе работы там еще падают денежки. А мне упало сразу 300 рублей. То есть еще сыграл роль и тот второй приглашенный, и еще что-то. Я буду разбираться, что. Но понимаете, это интересно, когда ты зарядил в систему деньги, да, когда ты пытаешься здесь еще разобраться, записываешь уроки, а тебе начинают приходить деньги намного больше, чем ты рассчитывал и сразу. Мне кажется, это замечательно. И я говорю, что ты их выводишь на кошелек свой. То есть мы выводим на кошелек, моментально выходит. В системе они не остаются. Иду на кошелек свой и смотрю, я специально отсюда выводил деньги, у меня тут было рубля 4 на рублевом счете и 32 копейки на долларовом. Теперь смотрим, вот 3 уплаты, 20.22, 20.23 и 20.40, автоматически 99.05, ну по 100 рублей, но тут комиссию сервис платежка видно свою забирает. И мы смотрим, вот ID реферальный, то есть вот IP такой-то, то есть такого-то кошелька. Мы видим, что 3 реферальные выплаты вышли вечером сегодня. Все, платформа платит, платформа работает, у вас открываются все материалы, которые здесь есть. Если где-то что-то, пакет VIP или вот мои инструменты, что-то у вас не открылось, или пакет VIP можете почитать, его тоже можно открыть, чтобы он открыл либо все инструменты, либо под заказ, какие вам нужны, вы могли написать в службу поддержки, написать, можно спросить, если какой-то инструмент не открылся или не знаете, как его активировать, вам помогут, подскажут. И также здесь есть инфо, база знаний, где вы перейдете, и перед тем, как вот, пользоваться всеми функциями, задавать вопросы, лучше самому почитать, посмотреть видеоматериалы и проработать здесь все моменты, которые для начальной работы. Вот начало работы в любом случае, я, конечно, вам подсказываю, показываю, но я показываю со стороны инфобизнеса, со стороны практика, который занимается партнерскими программами, да, и заработком в интернете, именно создает личные продукты, тренинги и так далее. А также Leopais – это структура сетевиков, да, то есть они еще со своей стороны рассказывают, показывают, как выстраивать структуру, как набирать свою структуру людей. Вам, конечно, набирать структуру людей будет легче. Я для вас уже придумал систему многоуровневую, в которой множество источников дохода. Но все равно вам нужно знать, и я еще сам тоже получусь. Итак, то есть просмотрите обязательно. Если интересует автоматизация, то вот поизучать. Я, честно говоря, сам еще тоже поизучаю, посмотрю, потому что некоторые моменты, например, работа с Фейсбуком, у меня слабая сторона и с Инстаграмом. То есть я постараюсь поучиться и понять, может и правда будет смысл мне немножко с программками поработать и потом записать видео в обучении, соответственно, на Ютубе разместить его и также разослать всем своим партнерам, показать какие результаты, что стоит делать и что не стоит делать. Монета майнится постепенно, видите, я нахожусь здесь, можно почитать подробнее вот здесь. Но инструменты все открыты. Что мы еще здесь можем посмотреть? Давайте еще раз зайдем. Тариф. Если говорить уже про тариф VIP, вы покупаете тариф VIP, и у вас открываются вот они, два партнера стоят. То есть сперва вы один, пока никто не стал, потом открываются два партнера ниже. Вот с них уже по 100 рублей они сюда прилетели. От их партнеров потом еще прилетает и так далее. Но все об этом рассказано в видео, которое вы найдете, когда нажмете вот сюда. И нажимаете, и здесь есть видео. Сейчас я пролистаю ниже. Бонусная структура первой линии. Вот видите, 0.1, 0.1. Я еще до конца не разобрался, что это значит. Но, соответственно, я так понимаю, когда они кого-то еще привлекут, мне еще что-то будет падать и так далее, далее, далее. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая линия, видите. И дальше до 10 линий будет внизу, как я понял, продолжаться. Они будут выстраивать и со всех будут сюда лететь. То есть здесь намного сильнее, чем за 50 рублей подключается. Но как бы будем смотреть, изучать. Не то, что я вам сегодня показал уже. То, что я сюда зашел, то записал видео, сконвертировал, зашел сюда, у меня уже 300 рублей, и уже одного реферала мне подарили вышестоящие партнеры за то, что я тоже купил тариф за 50 рублей, помимо тарифа VIP за 500 рублей. Мне кажется, это очень хорошо, даже если считать то, что я привлек этого подписчика, я на привлечение трачу деньги, да, за 50 рублей, это нормальная цена в инфобизнесе, 50 рублей за подписчика, то, соответственно, он у меня уже окупился на 100 рублей. Мне кажется, это очень классно, и есть смысл этим заниматься. Поэтому данное видео на этом этапе заканчиваю. Я считаю, что показал все, что хотел. Конечно, рекомендую вам
зайти на сеть, заполнить свой профиль, сделать все, что я говорю в том видео, разобраться, посмотреть. Ну, если у вас есть денежка 50 рублей, если до этого момента, пока вы изучаете, может, на расширение заработали, может, еще каким-то образом уже заработали, потому что все, вероятно, в моей системе обучения в этом продукте. Либо у вас просто у самого есть деньги, это будет как вложение ваше. Скажите 50 рублей, что вы просто покупаете себе ресурсы, которые на вас будут работать. А кто-то, да, смело берите за 50 рублей. Если есть 500 рублей, смело берите за 500 рублей, денежки вернутся. И даже если вы сами по каким-то причинам на свою подписную страницу будете слабо привлекать людей, даже на какие-то материалы, то я буду привлекать, мои партнеры будут привлекать, и ваша структура будет все равно заполняться. Вы все равно будете в плюсе. А если получится хорошо работать, а у вас получится хорошо работать, я помогу, научу, и в клубе в нашем мы научимся всему, и партнеры помогут, да, и Академия Home Technology, закрытый клуб, то, соответственно, ваши доходы будут увеличиваться все больше и больше. И заметьте, если сейчас считать, что у меня уже на SpoonPay, давайте посмотрим, мои партнерки, я показывал, там было 1300 или 1000, да, там около 1400, сейчас уже 1659, вот 259 рублей, 260, то есть видите, в режиме реального времени понемножку капает, но здесь по 32 рубля, да, люди приходят, по 32 рубля, в следующей неделе это будет уже по 140 рублей. Ну, соответственно, плюс прибавить то, плюс прибавить расширение, и со всех сторон я потихонечку зарабатываю. Также на партнерских программах, сейчас не буду все это показывать. Сейчас у меня задача показать вам вот этот сервис, что он работает, и я в режиме реального времени показал, работайте обычные работы свои, обычную деятельность сделайте, за которую раньше вы выполняли месяцами, может быть, годами, у вас деньги не капали, в моей системе они будут капать. И тем более вам еще будут приводить сюда партнеров, вышестоящие партнеры, поддерживая вас, в том числе я и даже мои вышестоящие наставники, которые есть еще и выше меня в этой системе. На этом данное видео заканчиваю. На связи был Остап Бондаренко. Встретимся в следующем видео.